В России создадут Главное управление Северного морского пути. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом». Дальнейшее развитие транспортного коридора – это одно из поручений президента. Как отметил премьер Михаил Мишустин, Главное управление Северного пути займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Морской маршрут широко востребованный бизнесом и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Глава государства подчеркивал, как важно поддерживать бесперебойное снабжение этих регионов. Осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, ну и также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. Северный морской путь может использоваться в качестве альтернативы для доставки российской продукции в другие страны и ввоза необходимых товаров в страну. В прошлом году грузопоток по Севморпути составил 35 миллионов тонн.